следующей ветвяйке мы будем жить еще лучше. Получи, Корж! Что, тоже написали, да? Написали. Ну, ох, фолиант, толще всех. И сразу жалоба приложена. Приложена. Похоронили плохо? Плохо. Деньги, отпущенные Мисковым, пропили? Пропили. На поминках передрались? Ага. Ограду не поставили, не покрасили цветы, не посадили, не поливали? А-а. А потом комиссия одна за другой пойдут разбираться, да? Вот так и обретают бессмертие. Когда обнародуешь? Когда помрешь. Нет, надо раньше. Куда торопитесь? Завтра. Торопитесь-то куда? Да ко мне опять даже нагрянут с внезапной проверкой. А если некролог дашь, то обыска не будет. Не дам. Что? Не помешаю, Василий Пименович? В чем дело? Отметиться забежала. Где? В списке. Ошиблись, уважаемые, здесь не магазин. Понимаю. А вдруг накладка? Я за кем? Очередь продвинулась? Сейчас, гражданочка, вас в списке вовсе нет. Так и есть. Шептало мне сердце, пойди проверься. А ну, покажи список. Покажи список. Так и есть. Вычеркнули. Куда я делась? Не знаю. Вот тут почета и другая фамилия вписана. Да как ты смел? Подделка важного государственного документа. Дома бы мне 4 журнала обещали некролог написать. За рулем катера и яхты. Собаки за боководство, а лядя оленеводство. Постой-ка, постой-ка. Раньше тут Бабакова не было. Откуда взялся? Вместо меня поставил. Ну, поставил. Что дальше? Сейчас ты узнаешь, что дальше. Где же эта твоя замечательная дубленочка, уважаемый Василий Зинович? Ах, какая прелесть. Испанская. А где брал? В Мадриде. Ага. Ой, а что это у нас тут за этикеточкой зашито? Бумажка? А на бумажке что написано? Куплено у меня по блату. И подпись моя Ласкина. Каинова печать. Значит, до Мадрида не доехал. А ко мне ревизоры приходили. Интимно интересовались, куда девается импорт. Я могила, тебя не выдала, я с печатью дружу. А теперь я думаю, сдаться бы мне нашим славным органам и рассказать, как некоторые используют свое служебное положение в личных целях. Да тише вы, чего расшумелись, авторитет прессы подрывает. И подорву! Кстати, какую-то ты газетку читал, когда я вошла? Местную. Правду ты читал? А где взял? Прошлогодний номер. Свеженькая, с отъездом. А если я Плюсову расскажу? Ладно. Ставлю вас в список, но дополнительный. Нет, только основной. Ну хорошо, но условно. Тогда я тебя тоже на дефицит условно поставлю. Поздравляю, вы восстановлены во всех правах. Так бы раньше, Василий Пенович, благодарю вас. Кстати, правду не дашь почитать? На ночку я могила. Не дам. Хорошо. Магазин при любой власти, главная власть. Кстати, Корж, я дефицит заполучила, забегай. Допустите в открытую продажу. Да ты что? Зачем людям в очередях томиться? Пусть книжки читают, в театры ходят, над собой растут.